Итак, приветствую всех, с вами Старый. Мы продолжаем играть в No Man's Sky. И сейчас мы с вами находимся на интерфейсе Атласа. Давно в игру я не играл, потому как она у меня вылетала. Ну, не знаю, посмотрим, что будет сейчас. Так, добрался я все-таки до этого интерфейса. Так, хожу, собираю сферы. По идее, эти сферы — это новые слова. Только почему-то мне ничего не пишется. Либо что-то глючит, либо хрен его знает. Решил я пройти сначала за задание Атласа, потому как дадут Атлас Пас, и мы сможем проникать в разные интересные места. А, значит, все-таки эти сферы были вообще пустые. Получается так, что ли? Или уже слова, которые я знаю. Ладно, хорошо. Не вопрос. Пойдем поговорим. Артефакт. Артефакт. Они одинаковые или не одинаковые? Давайте черненький возьмем. О, это лап ячейка. Ну, давайте тогда еще и другой черненький. Все, да? Ну, смотрите, какие динозаврики. Ну или хрень какая-то. Так. Прикольное место. Ладно, летим отсюда на планету. Потому как нам снова надо собирать... ничего нам не надо собирать, ножи. Он же нам дал варп-ячейки. Он нам дал варп-ячейки, так что собирать нам пока ничего не надо. Но, в принципе, на планету куда-нибудь слетать-то можно. Смотреть, что там интересного. Корабли. Вот интересно, вот корабли вроде есть, а здесь еще вот эта вот мандула болтается. Вот такая необъятная. Что, неужели никто сюда не летал? Ну, полетели вот туда, на планету слетаем. Планете. А, вот тут вот наша планета есть, да? Ладно. Выбрали ту, полетим туда. Вот туда. Мне у нее цвет нравится, скажем так. Между сериями я немножко попутешествовал, набрал себе 2 миллиона кредитов, столкнулся с кучей трудностей в плане того, что игра у меня вылетала, записать ничего не получалось толком.
Не знаю, посмотрим, что выйдет сейчас. Из этого всего, может быть, какие-то патчи были, может, еще что-то. Надеюсь, в общем, что все будет лучше. Кораблик я себе пока не присмотрел, но бабло я на него уже коплю. Побывал на интересных планетах. Кислотных всяких, где планета, где идет буря, бури проходят. В общем, далеко лететь-то, да? Так, ладно, к Атласу мы полетим чуть позже. Самое главное у нас идея — это получить Атлас Пас. Получим Атлас Пас, и можно валить к центру галактики. Какая забавная планета. Ничего нет, что ли, хотите сказать? Торговый пункт нам тоже не нужен, поскольку прямо вот сейчас. Так. Нарисовались разные интересные места. Да чтоб тебя. Так. О, смотрите, попрыгунчики. Надо попрыгунчиков попробовать покормить. Потому что они мне давали интересные вещи. Другие такие же. На других планетах. Ну-ка, давай попробуй тебя покормить. Что тебе надо? Железо требуется. Что, охренеть. А это что такое? Прыгающая клумба. Так, ну-ка. Так, иди сюда. Иди сюда, я буду тебя кормить. Что происходит? Покормил. Нифига себе. Камешек, да, у нас тут. А, кстати, у нас тут еще планетка с перегревом, да, то есть недружественная, я бы сказал, атмосфера. Вот. Так.
Понятно. О, смотрите, оно мне какой-то артефакт извергло из себя. Это была медь. Медь — это не очень интересно, честно так говоря. Ну да ладно. Железо нас тоже не интересует. Так, пойдемте-ка вот сюда зайдем. Откроем это место. Обходной чип. Так, что нам надо, чтобы обходной чип сделать? Обходной чип. Этот не то. Обходной чип, железо есть, плутоний надо собрать. А у нас же это плутоний-то вообще, да, ни хрена нет. Шикарно у вас, прям шикарно. Так, платину возьмем. Платину нам пригодится, так. О, это что ли, ночь наступает? Похоже на то. Что тут интересного? Технология какая-то. Боевой усилитель Тета. Угу. Роднокс. Нифига себе, я такой даже не видел штуку. Да ладно. Будем с этим что-то делать. Так. Что это у нас? А, это опять этот мне подарочек сделал. На сей раз из титана. Так. Так. Корабль у нас там. Я бы сказал, скучная планетка такая. Нету здесь. Никаких особых. Никаких особых артефактов, которым можно бабки заработать. Поэтому прям даже и не знаю. Улетай отсюда. Но мне в любом случае плутоний нужен, правильно? О, еще одна база, правильно? Правильно. Или нет? Нет, неправильно. Это та база, где мы были. Я просто не к той штучке пошел. Вот, что нам надо. Нам надо сохранить игру. Так, отлично, сохранили. Блин, прям вот даже не знаю. Что-то нету у нас плутония, ни хрена. А надо бы его где-то раздобыть. Клумбы тут эти прыгают. Жесть, короче. Так. Угу. Полетели, пожалуй, куда-нибудь в другое место сейчас слетаем. Так, ускоритель. Нам еще на два взлета. Ну или на две посадки. Столбики, да? Ну, черненькие — это, наверное, гиридий, скорее всего. А вот это хрен знает, что такое может быть.
при этом не очень хочется мне вот прям здесь садиться. Так. Тоже непонятно, что за хрень внизу у нас. Ладно. Так. Давайте здесь вот сейчас приземлимся. Посмотрим, что у нас тут есть. Ну ты чё вот делаешь, а? Отличное управление транспортным средством, просто великолепное. Несколько полетаешь, там где хочешь не сядешь. О, отлично, плутоник. Да, это. Что такое? Что происходит? Что тебе надо? Капсула. Да? Привет. Что-то хочешь? Нет? Ну, вали отсюда. Вот так, тут камешки вокруг разбросаны. Так, капсула. Ускоренная стрельба. Да, надо бы на самом деле найти бы. Так. Вот камешек. Надо бы найти улучшение для костюма. Но где его найти, я вот что-то знаю. Орвакс. Синклан, пока собираем все подряд. А это вообще ничто на самом-то деле. Там слово. Там где-то слово. Блин. Кто не знает. Хрен знает, куда идти, потому что планета-то, в принципе, какая-то пустынная, я бы сказал. Не то, что пустынная, но ни хрена тут нет интересного. Одна капсула. Еще одно слово. Ах ты ж собака, а? Птички, синички. Штучку я хотел посмотреть, что это. Что это за материал такой? Все железо, это все неинтересно. Так, нифига себе. Так. Там платина. Где корабль-то? Ой, ё-моё. Далеко-то как. Что-то.
Слушайте, ладно, сейчас побежим туда, посмотрим, что там. Соберем платину по пути. Что это? Никель. Это у нас никель. Что с тобой делать, Никель. У нас никель это. Так, это можно выкинуть, нафиг это не надо. Углерод туда же. Цинк, титан, в принципе. Тоже это все не нужно нам. Никель, никель. Никель можно там пособирать сейчас стек один. Опа! А вот это жопа. Это, кстати, очень интересно будет на такой планете. И посмотрите сразу температуру, насколько подскочила. Так, по-моему, надо отсюда валить нахрен. Надо нахрен валить отсюда. Потому как очень быстро разряжается система жизнеобеспечения. Офигеть можно. Офигеть. Приноси, вот я рядом приземлился, да, и не заметил эту штуку. Ладно, сейчас. Сейчас мы на нее глянем. Выучил еще какое-то слово торговцев. Выучил, значит, пора валить. Так, 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 бежим, бежим, бежим. Короче, валить надо с этой планеты. Неинтересно это. Все, успел. Утонули. Взяли. Можно вот туда слетать, посмотреть, что там вот за маленькая планета. Мне даже не хватило. Ладно, не хватило мне плутония, чтобы целиком зарядить. Хорошо. Сейчас посмотрим, что есть на этой планетке.
Может, там будет какая-то какой-то артефакт, который можно будет задорого продать. И, в принципе, можно уже задуматься о покупке нового корабля. 2 ляма у нас есть. Топлива достаточно. А вот это, кстати, так. Так, слышь, импульсный ускоритель. Ну правильно, ты же у нас на Тами. Отлично. Облетели. Дальше. Да. Это тебе не элита, где если топливо закончится, там вообще жопа. Придется кого-то ждать. Офигеть. Минуту лететь нам до этой планеты. Так, добрались, отлично. Что мы тут видим? А ни хрена вы тут не видите. Ну да ладно. Интересно. Не встречал я еще такого здания, насколько я помню. Так, сейчас мы сохранимся. О, радиация. Радиоактивная планета. Хрена больше здоровья.
Но это все неинтересно. Ладно, увидимся в следующей серии. Уже будем исследовать эту планету. Полетим дальше к Атласу. Ну а пока на этом все. С вами был Старый. Всего хорошего. Пока.